Прошу не смеяться, прочитав заголовки о сверхмощном блоке питания мощностью 230 Вт. Этот блок питания относится к той эпохе, когда компьютеры семейства AT стали только вытеснять распространенные компьютеры XT. А мощность блока питания стандартного XT-шного компьютера максимально было всего-навсего 130 Вт. Так что такой прорыв до 230 Вт на самом деле был настоящим прогрессом. Проверка блока питания. Вот в таких спартанских условиях, вот чтобы были видны внутренности, открыл вот вентилятор, включаю. Вентилятор работает очень тихо. Так, шильдика включения на этом блоке нет. Вот, показываю. Короткий черный с коротким белым. И длинный черный с длинным белым. Так, вот наши любимые 5 вольт. Все работает. Все работает тихо. И аккуратно. Выключаю. Вот смотрите, как будет падать напряжение. Все, вентилятор встал. Напряжение потихоньку падает до нуля. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.